Итак, за красным игровым столом команды Дежапан, за зеленый игровой стол. Я приглашаю команду Рога и Копыта, пожалуйста. Команда Рога и Копыта за зеленый игровой стол. Итак, перед тем, как мы начнем, традиционно приятные новости. Победители сегодняшней игры будут награждаться призами. Команды, которые выйдут в финал, получат, соответственно, финалист и победитель сегодняшней игры, вот такие два чека, любезно предоставлены нашим спонсорам. $30 и $70. Ну, сами понимаете, $70 победителю сегодняшней игры и 30 финалистов. Кроме того, у нас есть еще приз для команды, которая выиграет наибольшее количество вопросов. Я напоминаю, что все те команды, которые в данный момент не сидят за красным и зеленым игровым столом, могут в течение, пока я не озвучил правильный ответ, задавать свои вопросы, ответы на вопросы. И та команда, которая наберет наибольшее количество правильных ответов за игру, внимание, сразится в суперфинале с победителем сегодняшней игры. И победитель суперфинала получит право автоматической квалификации в полуфинал на следующую игру. Поэтому я вам очень сильно рекомендую играть за столами, сдавать свои ответы и побеждать. Сколько вопросов в раунде? Сейчас все объясню. Итак. Каждый отборочный бой – 8 вопросов. Соответственно, полуфинал от 8 до 10, в зависимости от ситуации. В полуфиналах действует правило 3 вопросов. Я объясню это ближе к полуфиналу. И, соответственно, финальный бой до 5 очков. Теперь. Я спрашиваю, прежде чем мы начнем, буквально... Попрошу капитанов команд вооружиться микрофонами. И я хочу буквально пару вопросов. Прежде всего я хочу обратиться к команде Рога и Копыта. Вы готовы к бою? Да. Готовы. Абсолютно молодцы. Ну, главное коротко, но ясно. А вот к команде Дежабан у меня совершенно другой вопрос. Я бы хотел узнать, буквально пару слов расскажите, как вообще сформировалась ваша команда. Я для всех присутствующих поясню, что команда Дежабан формирована в 1999 году в Симферополе. Ну и я хотел бы, это одна из самых старейших команд наших. Я бы хотел бы, чтобы немножко, буквально пару слов о вашей команде. Я скажу. Пожалуйста. Да, команда назвала.